Всем привет! Пришла только что моя коробочка Glambox за май месяц. Я сейчас расскажу, что мне пришло. Первое — это салфетки Kleenex, которые абсолютно нужны каждой девушке. Ну, абсолютно дешевенькие, да? Крем для глаз от фирмы Ashe. Я уже им намазала глаза. Под глазами, точнее. Он такой приятный. Такие вот сейчас трогаю, глазки такие вот под глазами. Так, приятно. Но сейчас, конечно, ничего не могу сказать после первого использования. Потом это маска без смывания. Маска для волос без смывания. Я уже тоже и набрызгала волосы. То есть она идет вот в таком вот дозаторе. То есть очень интересно. Я думала, там какой-то спрей такой жидкий, но когда прыскаешь, выдавливается маска для волос. Такая густая, белая. Вот. И пахнет очень приятно. Пахнет чем-то напоминающим средством от комаров. Но все равно приятно. Фирма вот Unique One. Посмотрим, как она работает. Обещает блеск волосам, увлажнение, все такое. Вот эта вот фирма, очень я давно хотела ее попробовать. Вот так вот называется фирма. Вот, Made in France. То есть, очень хорошее средство, я уже успела попробовать. Это туалетная вода. Очень хороший запах, такой свежий. Мне очень понравился. Вот такая вот фирма. Я давно, очень давно уже хотела ее попробовать. Она продается в супермаркете. И что меня поразило, зачем они присылают мне соль для ванны. Милау, дыня и жасмин. Очень вкусно, конечно, пахнет. Но в Бразилии практически ни у кого нет ванн. То есть только у богатых-богатых людей есть ванны. Мы к таким не относимся, и у нас нет ванны. Поэтому придется ее ввести в Россию, потому что очень приятный запах. Когда поеду в Россию, буду принимать ванну, там буду использовать. И второй раз уже приходит это мыло против жирности кожи и против акне. Aqua Clean. Все, все, что было в моей коробочке. Glambox за май. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.